В метро города Москвы запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Он познакомит пассажиров с историей, экономикой и перспективными направлениями развития субъектов Дальнего Востока. Мы рады приветствовать всех на запуске уже 7-го по счету поезда, посвященного Дальнему Востоку, который на протяжении полугода будет курсировать и рассказывать жителям и гостям столицы о Дальнем Востоке. И на протяжении всего этого периода концепция этого поезда меняется. Были годы, когда мы раскрывали красоту, разнообразие регионов. Отдельный год был посвящен гастрономическому многообразию Дальнего Востока. А в этом году поезд Дальнего Востока в чем-то подводит такие итоги десятилетней работы по развитию всей этой макротерритории. На открытии Эльвира Нургалиева отметила, что этот поезд дает возможность жителям и гостям столицы, не покидая вагон метро, больше узнать о Дальнем Востоке. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на 8.